Всем привет! Всех с Рождеством! Сегодня у нас 8 января 2019 года. Все горки у нас в парке в Черногорском битком. Дети везде катаются. Народу много. Не сказать, что тьма, но много. Поздравляю всех с Новым годом, с новыми налогами. Вчера в магазин ходили, по ценам обалдели, все выросло в цене. Продукты, говорят, бензин подорожал, сейчас 92-й, 42 рубля с копейками, 42.20 даже. В общем, все, как мы и ожидали. Но в любом случае, при всех этих невзгодах, нужно уметь отдыхать, радоваться жизни. Детей желательно, конечно, выгуливать как можно чаще и самим на прогулки выходить, потому что жизнь прекрасна потому. То есть вот вторая горка, там видите, очередь на горке. Очень популярны здесь прокаты, вот на заднем плане у меня там прокаты ледянок. Прокат 50 рублей, сама ледянка 150 стоит, то есть три раза ее в аренду сдали. И все, и окупилась ледяночка, шикарняк. О, сюда вообще народу тьма. Сейчас покажу вам, обратите внимание, основная горка. Очередь. Это горка, которая напротив у нас елочки стоит. Елочка красивая, хорошая. В Черногорске в этом году страшная елка. Но там губернаторскую подарили им, которая стояла у нас возле Ленина на площади. Я так понял, ее нужно немножко подремонтировать. И на следующий год уже в Черногорске также поставят хорошую елку. Народу тьма. Там вон у нас мини-коняшки, пони. Дети очень любят на них кататься. А здесь все вон развлечения. Спокойно вон дети на батутах прыгают. Народа, правда, много. Много-много народа. Все фотографируются. Ох, народу сколько много. Из горки кто-то там очень скатывается. И там снизу тоже прилично народа. Вот так вот всех с Рождеством. Приветствую. Ой, я в перчатках. Блогер, ничего. С Новым годом. Поздравьте всех. С Новым годом всех. Будете сегодня на видео. Вот так вот люди ходят, все здороваются, радуются. Жизни все равно нужно радоваться, как бы плохо не было у нас в стране. Надеюсь, весной не будет особых катаклизмов, народных волнений, бунтов. А наши правители наконец-то возьмутся за свой разум и сделают для нас послабление. Отменят те последние налоги, в том числе и пенсионные, это все лабуда. И не только. И мы с вами заживем. НДС сделают 15%. И будет у нас хорошо в стране жить. Всем простят ипотеки. И вот это с этими мыслями, с прекрасными, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. С праздником, с Рождеством, с Новым годом. Старый Новый год на носу. Радуйтесь жизни. Что бы нам это ни стоило. Пока-пока.